Это горловое пение, да? Угу, конкретно синтагра. Как вы сказали? Конкретно вот этот? Называется каргара. Угу. Тувинский традиционный стиль горлового пения. Угу. Ну и считается самым низким и наиболее простым для освоения. Ясно. И варган. А варган у нас вот такая штучка. Так. И создает вот такие варган, его в разных, разных странах называют по-разному. Называется он немножко по-разному, да. То есть в России это называется варган, где-то там в Тыве, Якутии и вообще. Хамус, да. Кумыс, Кубыс. Кубыс там. Татарстан это Кубыс как раз. Да, Литва, Латвия, там тоже у них свои. Украина, это, насколько помню, Дымра. Дымра, да. Норвегия, это Мальстроммель. Мальстроммель и еще есть... В Испании, как в Испании, в Италии Маранзано. Да, Маранзано. Он выдает самый высокий из варгановых звуков. Ну, единственное, там нужно, с едой. Ясно. В общем, в принципе, у всех народов есть что-то подобное распространено. Да, есть в Индии даже. Там. Марчанг. Марсинг, Марчанга, Мучунг. Денис, а вы не сыграете нам на варгане? Да, весь день. Но мы не играем, мы так чисто. Ради интереса. Джем называется. Ну, в принципе, да, в потоке. Мне кажется, не войдут. Лучше нормально поесть. Мы перерыв, как у тебя русского чая. Классно. Что лучше есть? Трансы. Это то, что ты ешь, что и есть. Но единственное, не надо острое. Как чеснок, там вот это все. А ты просто вкусно почувствуешь. Ну, я занимаюсь, например, пиво так, что по 8 часов вскипали, но мне приходится пить, потому что я должен знать, что я даю человеку попить. И получаешь реально вот такая... Китайцы говорят, много ветра становится. Но мы это объединяем. Он смешивается для мозга. Классно, здорово, спасибо. Прям вспоминается, как бы приходит какая-то тундра там. На этих едет упряжка на собаках, у меня вообще такие ассоциации. По снежному такое поравнение. Инструмент в каком плане? Его можно с собой носить постоянно, и он совмещает себе как мелодику, то есть так и ритмику. Так и ритмику, да. Спасибо, Денис. Было очень здорово послушать варган. Мы тут в начальной церемонии напелись и музицируем. Чайный клуб 5 стихий, Тургенева 23. Чайная легендарная белая напротив ворона 19-го года. Торговый центр Водолей. Коллектив Кьюннакпо.